Семена петунии многоцветковой анжелика F1, многоцветковая анжелика F1, позволит вырастить рассаду однолетних цветов, с мая до первых заморозков, покрытых белоснежными цветами. Диаметр каждого из них достигает 5,5–6,5 см. Высота куста 30–40 см. Гибрид не боится холода, он относится к четвертой зоне морозостойкости. Сорт рассчитан на выращивание в Подмосковье. Выращенную заранее рассаду высаживают в открытый грунт в мае. Участок должен хорошо освещаться солнцем, а почва быть плодородной. В период цветения кусты петунии подкармливают раз в 10 дней органикой. Петуния многоцветковая анжелика F1 – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает петуния многоцветковая анжелика F1 в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.